Балатаре открылся второй в Чувашии модернизированный центр занятости «Работа России». Именно он стал первым местом посещения главы региона. Вы чаще с какими вопросами люди обращаются? Ну, в основном они встают на поиск подходящей работы. Там кто остался без работы, или, может, кто-то хочет сменить сферу деятельности, кто-то обращается за профобучением. За каждым желающим трудоустроиться закрепляют куратора, который ведет его по всему пути поиска работы. При этом помощь абсолютно бесплатная. Александр Григорьевич помог мне, все объяснил, все рассказал. Составили резюме. Вот будем в дальнейшем взаимодействовать, работать. Центральная районная больница «АЛЛАТРА» отпраздновала вековой юбилей – 100 лет на страже здоровья жителей республики. Тут же установлен компьютерный томограф. Уже скоро он будет работать 24/7. Установка этого компьютерного томографа, при том, надо отметить, в республике он первый, 128-срезовый, по своим техническим характеристикам и по возможностям своим. На сегодняшний день проходит обучение кадры, чтобы весь потенциал, весь ресурс этого томографа можно было использовать на 100%. Пока одни кадры проходят обучение, других наградили за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения. Перспективы экономического развития «АЛЛАТРА» обсудили на совещании в администрации города. Главная задача – финансовое оздоровление муниципалитета. Показатели объемов инвестиций в основной капитал в сравнении с республикой значительно ниже. Решить проблему помогут 42 масштабных проекта на сумму свыше 3 миллионов рублей. 7 проектов в целом по обрабатывающей промышленности, в том числе «АЛЛАТРА» механический завод. Это и строительство гостиницы в сфере туризма. Один проект был. Три мероприятия по сельскому хозяйству. В течение следующей недели появится дорожная карта обеспечения развития города. А к 2023 году в муниципалитете планируют запустить проект по созданию частного промышленного технопарка. Это позволит увеличить количество рабочих мест. Пристальное внимание уделили вопросам теплоснабжения и водоотведения, управления коммунальным хозяйством и развития инфраструктуры города. Я знаю, будучи депутатом, я очень много приезжал. У алатырцев есть такое мнение, что город бросили и город не любит правительство Чувашской Республики. Поверьте, ситуация, если даже, может быть, я не знаю, как раньше было, но сейчас мы любим АЛЛАТРА не меньше, чем город Чебоксары. Один из потенциалов самобытного «АЛЛАТРА» – туризм. Поэтому финалом поездки стал парк на улице Горшенина. Он объединил сразу 3 сквера. На создание такого комплекса было выделено свыше 60 миллионов рублей. Работы начались в прошлом году, а уже сегодня парк открыт для всех желающих. Парк – концепция эко, то есть здесь полностью гармония с природой. Максимальные усилия сделали для того, чтобы сохранить именно природу и активность местных жителей. Это центр протяжения, это пешеходная дорожка, жилых зон. Все притягиваются к исторической части города АЛЛАТРА. Аналогов такого парка в АЛЛАТРА нет. Здесь можно заниматься спортом, гулять с детьми, уединиться с природой и просто отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Ну, впечатления у нас хорошие. Кость, тебе нравится кататься? Да. Да, говорит. А что, если им нравится, значит, нам тоже нравится. Ну, раньше мы не часто гуляли тут вообще, а сейчас каждый день ходим. АЛЛАТРА – город с большим потенциалом, который необходимо реализовывать. Но решать эту задачу будет уже другой глава администрации. Во время поездки стало известно, что Сергей Лукишин заявил о намерении подать в отставку. Олег Николаев поставил задачу найти человека, который сможет не только обеспечить развитие города, но и объединить людей. Анна Центовская, Павел Рядков, Республика, из АЛЛАТРА.